Махмуд Атар-Мухтаров, день космонавтики. Сказал, поехали, Гагарин. Ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий, открытий, прогресса, мира и труда, надежд, желаний и событий. Теперь все это навсегда. Наступят дни, когда пространство... Кто хочет, сможет бороздить хоть луну. Пожалуйста, странство никто не сможет запретить. Но все, вот будет жизнь, но все же вспомню, что кто-то первый полетел. Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он сумел.